Детская художественная школа города Хасавюрт была основана в 1972 году. В данной школе проходит обучение более 20 учащихся, которые после окончания могут продолжить обучение в высших учебных заведениях. 31 мая в стенах школы были награждены около 10 выпускников, которые обучались на протяжении 4 лет. На награждение были приглашены первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальник управления культуры Рамазан Чарихов и родители выпускников. Когда мы называем фамилию, вы ищите там работу. Мажи давай за Эри. Бегищевой Амине. Я от имени главы города, коллег своих, заместителей, от руководителей службы администрации поздравляю, в первую очередь, наших детей, детишек, выпускников 18 года. Действительно, я выпускался в 77 году, у меня тоже такое же свидетельство, я его хранил. Оно очень много дало мне в жизни. Действительно, мы говорим, красота спасет мир. В этом есть огромное значение, в этих словах. Вот мы сегодня участвуем в выпускных мероприятиях, в учреждениях культуры. Вот непосредственно были сегодня в Центре культуры наших хореографов выпускали итоги года. Мы там тоже участвовали. В музыкальной школе участвовали, в других учреждениях. Действительно, пока у нас есть такие фанатики своего дела, как руководители художественной школы, его лицо, наши преподаватели, значит, жизнь продолжается. Действительно, у нас талантов очень много. И задача педагогов найти, как говорится, этот алмаз отточить, чтобы он стал бриллиантом. Хасавюртовская детская художественная школа выпустила свой 42-й выпуск юных художников по направлению интерьера и женского моделирования. На территории школы также была развернута выставка работ учащихся и выпускников. Были представлены картины ручной работы, изделия из различных материалов. Директор художественной школы Набиулла Бакиев отметил, что на сегодняшний день наиболее интересным направлением для учащихся является отделение интерьера и моделирования. Специалистов может, мы не выпускаем, мы готовим фундамент. Они после нас идут в художественное училище, которые 9 классов заканчивали в школе, которые спешат идти. Или художественно-графический факультет Дагестанского педагогического университета. Это высшие учебные заведения художественные. Многие кончили наши выпускники, и то, и другое, но в основном Дагестанское художественное училище заканчивают. И там уже специальности тоже такие же, как в университете. Преподаватели готовят по рисованию, чтению. Металлообработка есть, где работают, учат их серебром, золотом. Может, до золота и на уроках не доходит дело, но в дальнейшем они специализируются и работают, это ювелирные дела. В Хасавюрте, по словам работников художественной школы, проживает множество талантливых личностей, готовых проявлять способности во многих направлениях – в музыкальных, танцевальных и художественных. Надия Батырмурзаева от имени всех родителей выразила благодарность педагогическому коллективу и директору школы, отметив, что те знания, которые их дети получили в течение нескольких лет, не останутся забытыми и будут в дальнейшем развиваться. Душой щедрый и очень добрый. Талантом сильны вы и сердцем щедры. Все ваши идеи, мечты о прекрасном, все ваши затеи, уроки не напрасны. Вы к детям сумели дорогу найти. Пусть ждут вас успехи на этом пути. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».